перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Охуеть. Это он? Смотри. Как зовут, Кирилл? Смотри. Ебать. Такие дела, нахуй. Молодец. Чуть-чуть пацан, я как рожденный импотент, у меня не ебаться талант. Тебя бесит мой каждый парень. Сам это придумывал? Я выключу тебя тут бабу. Хоть ты уже поражен, как обрученный лесбы. Пара. Короче, а, я сейчас тусил, блядь, с чуваком, который был в Мексике. А вот мы поставили лайк. Саня принялся мне абонента искать сразу. Дело было не в баньке, но мне нужно было срочно подать пару. Я помню его. Какой у тебя рост? У меня не очень высокий рост. Примерно вот такой. Всем видно? Рост? Если рост, какой у тебя рост? 78, метр 78. Ой, то чувство, когда друзья... Да я не знаю, что это за друзья вообще. Типа, я просто... Меня один чувак на тусу позвал, типа, и... Как бы, блядь, этих чуваков я особо не знаю, типа, всех. Вот только что познакомились. Всех, все охуенные ребята. Все охуенные ребята. Да, пацаны? Ну, давайте за мной. Оп! Никто не... Во, охуенно. Ну все, эта тёлка твоя на вечер пишет. Я вообще не такая. Нет. Go на Юнону. Я бы с удовольствием, если бы мне колено позволяло, я бы приехал и разъебал. Потому что я еще умею много всего интересного. Как бы ты батлил с призраком коммунизма, чья причесочка — это признак анонизма. Да, это мой панч, типа. Да, нет, я не батлил с призраком коммунизма, но его причесочка — это признак анонизма. Почти все, кроме да. Насти, чего? Что почти все, кроме Насти? Пьяный. Что? Я решетку не нашел. Так, Кирилл, смотри, меня пишет Екатерина Фарафонова. Что, охуела? Фарафонова? Ну, бабы, блядь. Что там стоит почти все, кроме Насти? Давайте, по-моему, выше шлаком. Мироновым все вопросы. Не-не-не, Коля еще подлезет. Ну, давай, типа. А я не пью водку. Оп, еще подливаем, все хорош, и теперь давай колы сверху. Потому что не хочу. Короче, какой я из смешариков, я не знаю. Пёс, ты по-любому пёс. Я, блядь, Оксимирон. Из смешариков? Если кто-то не знал, новый персонаж. Давай, подливай, братишка. Что там по шашлычкам? А на каком канале показывают Оксимирон из смешариков? Россия 1. Блядь. Ебать, ты пьяный. Ты еще жив? Сок. В смысле? Не двоится, нет? Это подлей еще чуть-чуть, пожалуйста. Короче, блядь. Нихуя, в смысле, я типа жив, ну типа логично, я же теперь участник Версуса. Я же теперь звезда. Я в команде Оксимирона. Ну как тут не жить? Ну объясни мне. Ну как тут не жить? Я, конечно, живу, блядь. Кирилл, ты типа еще будешь участвовать или у вас там дальше? Да, конечно, нет, все, участвовать буду, еще у меня опять батл будет точно. Я тоже буду участвовать, да? Это охуенно, блядь. Даже мечта. Опять она. Чё? Я популярная, пожалуйста. А меня все любят, и на самом деле все шлюха. И всем пока. Плюсую крошу. Не спейся, звезда. Это мне? Это вряд ли. Так, блядь, да не, пацаны, типа, у меня предстрастие такое. Если не батл рэп, то петлю на шею, либо рюмку водки на столе. Рюмку водки на столе. С кем следующий батл? Окей, давайте я прямо сейчас все пары, может, вам распишу там, да? Вот этот, с этим. А у вас подписан контракт на меня? Нихуя я вам не скажу. Можете, спойлеры. Спойлеры можете не выпрашивать. Я нихуя не скажу. Вроде он победил, блядь. Короче, спойлер. Я разъебал всех в финале и уже взял 1 000 000 рублей. Вот видите, мы даже на 1 000 000 рублей купили водку с колой. Водку с колой, короче. Гараж вот купили, пожалуйста. Вот этот вот. Шашлыки купили на 1 000 000 рублей, короче. Отвечаем его победу просто, да. Вы думаете, всего пишут. Гараж 3. Следующий его батл с Окси. А, да, и он снимает через чужой телефон. Да. Все, вот именно с Оксимироном у меня и будет следующий батл. Конечно, блядь. Подожди, а Окси чекает на трансляцию? Нет, нахуй ты ему нужен. Ну, вряд ли, ну, типа, Окси еще молча. Да.
Нет. Плохо слышно. Это тебя плохо слышно. Вау. Я с таким панчем наверх не могу. Не, знаешь, хочешь панч, смотри. Сильный? Подними. Нихуя-то плекси, точка. Ну это понял, это панч. Ухуя-то, ух такое, интересно. Засуните пацанва. Ну второй пизи, вот это вот пизина. Ебать! Ебать, как это нахуй так произошло-то? Это типа сплит уха? Ну, получилось так, но хотел 30-ку. Охуеть, какие со мной интересные люди. Наташа, Наташа. У тебя были большие сережки? Хуя. Тот самый панч, значит, вам все сказал, да? Идите нахуй. Тот самый негр. Там все пиздешь. Не меня плохо слышно, а ты плохо слышишь. Это вы плохо слышите. Да, вы медленно это слушаете. Это не я быстро читаю, а ты медленно слушаешь. Так-то медленно. Порядок пар кому-то известен? Вот к чувству. Чувак, я ничего, шиньки, тебе не скажу. Ну, прости, пожалуйста, я не имею права. Сильный, подними. Ты охуел? Это охуенно. Поднимай. Хуля с солью, братишка. Короче, у нас там скоро шашлычки будут готовы, я так понял. Вот один из них уже стоит. Привет. А, я уже, да? Да, тихо. Ты выглядишь очень добродушно. Спасибо большое. Вас их на Фиделио штрафуют? Я не знаю, что у них там на Фиделио. У нас вообще другая хуйня не была. Так, держи, вот выпей немножечко и успокойся. Конечно, водка, давай, хуя. Не хочу пить водку, я еще. Вот и правильно. Ты только что прошла тест на нормальную малолетку. Типа... Ну, конечно. Я еще не пьёс, братья. Я синку, типа. Я тоже. Я угадал, чего? Я же на тусе в добром, типа, тут по-другому, то по-другому не бывает. Я думал больше. Нахер Фиделио, лига для Яникса. Блять, опять она. Фиделио, лига не для Яникса. Ну что ты тут скажешь? Не трогай. Вот пацана прическа как у ЛСП, короче, чтобы ой, блядь. У тебя прическа как ЛСП, блядь. У тебя прическа не как ЛСП, а как у ЛСП. Ну, если была прическа. Это у ЛСП прическа как у меня. Со мной стоит человек, у которого ЛСП спиздил прическу. На слово был. Да не был я на ебаном слово, не хочу я на слово. Песик, помидорка, смешарик. Если у него на шее засос, надо, чтобы не было. А, так вот так сделать вот так. А девушки у вас это прописывают? Вот так. Смотрите. Блять, пиздец. Ну, латентная гей. Здравствуйте! 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 Всем здравствуйте! Ребята! Ребята! Всем привет! Блять, не ребята! Крышка от колы. Отдай мою шпагу, отдай мою шпажку, Пашка. Ребята, есть сигареты у кого-нибудь? Отдай мою шпажку. Я заебался в собрание стрелять, так неудобно. Ну а он с онкозаболеваниями, да? Это мой любимый вкус, я хочу. Пишет, у кого-то сегодня будет секс. Надеюсь, у этой точно этой телки. Надеюсь, у этой телки не у меня. Не у этой телки. Моя любимая. Что думаешь про Забе? Вызвал бы его на спарринг. Забе? Забе охуенный чувак, я не хочу с ним связываться. Никак. Ну типа нет, Забе охуенный. Да, блядь, половина кого тебя не спрашивают, ты всех типа любишь, пиздец. Скажи, кого ты не любишь, нахуй. Кого я не люблю? Блядь. Я хуй знаю. Я не люблю команду Смоки. Вы все пидорасы. Вам всем пиздец. Если будешь курить, то сдохнешь. Ну... Минус один, блядь. Мы на это рассчитываем, как бы. Ну все, значит, батлов больше не будет. Тебе деньги скинуть на пачку сигарет? Да, давай, конечно, кидай, типа, номер карты, короче... Это в... номер 8, подожди. 9, 6, не, не, 3, подожди, 3, 2, 2, 2, 2, 2. ВЛС, ВЛС мне напиши, пожалуйста, и скинь мне, короче, бабки на сиги. Я куплю себе пачку сигарет, потому что, ну, типа, я не могу себе позволить пачку сигарет, понимаешь? Я же вот здесь среди гаражей стою, каких-то бичей... Короче... А, ну у бичей есть сигареты. Короче, смотри, напиши мне в ЛС, я тебе скину номер карты, и, типа, мы все устроим. Я тебе даже привет передам когда-нибудь. Что еще? Хуя, смотри. А ты мне сегодня скинь что-нибудь поинтереснее.
Смотри, рекламу магазина. Я буду ждать очень сильно. Я даже не буду, в общем-то, скинь. Ай, я лучше сиськи скину. Я на это не намекаю. Бля, нихуевый такой мув. А да, блядь, баба, среди пацанов, блядь. Что-то пиздишь. А ты не боишься? Салют, Окси. Салют, братан. А то как бы грозы. Да, напишу, конечно. Не боишься, он не боится. Вот, в общем, всем салют, короче. Костям кого? Команда Смоки Мо, вам пизда. Вам просто жопа. Смоки Мо, он сам по себе хуйня. Повтори сейчас это, скажи, пожалуйста. Даже мой друг так считает, давай. Смоки Мо сам по себе хуйня, блядь. Оксимирон 100 раз. А я лучше. Стопудов у него команда будет сильнее. Е-е-е, респект, респект. Вот реально, блядь. Потому что ты собрание, блядь. Это охуенный стиль, блядь. Я скину, когда ты водочку пьешь. Крин кину, когда ты водочку пьешь. Давай. О, так кто-то играет реально в форсаун. Предпоследнее слово твоего второго раунда в сезоне? Блять, это интересно, подожди. Это интересно, сейчас я скажу. Второго раунда. Предпоследнее слово второго раунда в сезоне было железное. Это охуенно, да? Слово железное. Как сказал ПМ, а что вам, сколько вам нужно выпить, чтобы понять, что лучше, чем группа зверей, уже ничего не будет? Районы, блять. Короче, на музыку у меня сейчас нет времени абсолютно, типа, нет, я бы занялся этой хуйней. Он пьет водку. Во-первых, я пью, во-вторых, типа, у меня сейчас сезон версус, как бы, ну. Давай, чё? Пацаны, там просто не будет времени писать треки, ну, мне так кажется. Может, и будет. Это к электромыши, а не ко мне. Ну, в общем-то, такие дела. Я имею в виду в дальнейшем. Да, в дальнейшем, конечно, планирую, типа, это же охуенно. Я, ну, типа, давно хотел, короче, но батл на данный момент меня больше интересует. Выиграешь батл, скину деньги на сиги. Слушай, от тебя мне нужны только сиськи, типа. Нет, ладно, я шучу, конечно, нет. Деньги на сиги просто мне, типа, скинут, наверное, кто-нибудь. Киньте мне, пожалуйста, сколько-нибудь бабок, чтобы вот она ушла из кадра. Да, давай. Согласна? Да. Я, в смысле, я бабки-то себя ставлю. Не-не-не, подожди, пусть они лучше лайки ставят. Чем больше лайков, тем больше вариантов, что новую делать. Возможно, лайки. Катя Фарафонова лучшая, бля. Я чувствую. Короче. Как это с фараоном? Фараоном? Угу. Особо не слушаю, но в принципе есть и годная хуйня. А как годная? Годная хуйня. Ну вот, например, дикая, например. Ну нет, на самом деле, хуже. Ну короче, типа фараон нормальный, типа просто я не что котирую его. Вот. Видел он вчера клип Рок. Клип на Лолипап, да, нормально. Ну клип не понравился, второй. Лолипап. Чувак пишет, я уже в кладовку залез, чтобы было тихо. Я хоть что-то слышу. Многознал, нормально. Ну, блядь, типа прикольно, ну. Ну, поиски. 80 поиски. Ну, я говорю, я особо не фанат просто никого. Но, типа, многознал заебись. Тебе нравится творчество Рикиев? Я обожаю Рикиев. Рикиев заебись. Ну, блядь, не знаю, короче. Хранил мне сказал, что типа я просто типа школьник и вся хуйня, ну типа, блядь, ну молодой, типа слишком. И типа не знаю, короче, мне нравится и его творчество, и его батлы, и, короче, мне все, в принципе, нравится. Вот. Рикиев, заебись. Респект. А кто лучше Рикиева? Кто лучше Рикиева? Да. Я. И за это выпил, да? Ура! Звук вернулся! Просите, пожалуйста, звук, я просто пьяный, типа, и не шарю просто, типа, это... Что закрываю микрофон, и я просто... Такие вот дела. Галат? Галат нормальный, типа...
Короче, последнее время Галат реально очень годную хуйню дропает. И в плане батлов, и в плане треков, типа. Поэтому, ну, раньше, короче, Галат... Короче, Галат ассоциировали с чем-то хуёвым, но последнее время, короче, Галат делает нормально. То есть мне нравится, типа, мне вкатывает вообще. Галат, респект. Это охуенная тема. Вот. Салют, ёпта. Квадчук. Салют. Когда тебе Катя скинет фотку сисек и репостит на стену. Нет, я не буду репостить, типа. Если Катя мне скинет фото сисек, то... Я наслажусь этим в одиночестве. Представьте, корреспондент. А, здравствуйте, здравствуйте. Тёлки стали больше давать? Когда узнали, что я в команде Оксимирона? Ну, когда ты, в принципе, был на Версусе. И прошел, ну, они же, наверное, понимали? А, нет, не стали. А, неудивительно. Как думаешь, кого победишь из команды Смоки, а кому проебешь? Не знаю, ничего не могу сказать, но, типа... Могу назвать, типа, сильных пацанов из команды Смоки, но кому проебу, кому выиграю, ну, как бы, погоди, это, типа, ну, блядь. Бион, ПМ, Смоки? Нет, ПМ, в смысле, уже известно, что, типа, ПМ нет у нас в команде. Короче, блядь. Короче, я считаю сильных из команды Смоки, ну, прям, типа, сильных батлеров, типа, Бови и Парагрин. Остальных всерьез не рассматриваю, как... оппонентов, короче, вот. Типа, мне кажется, что остальных, как бы, на остальных у меня хватит силёнок. Обрати внимание на эти 17 человек, скоро их будет намного больше. Ну, типа, только что их было просто 35, по-моему. Где? Поэтому, ну, в смысле, в эфире. Типа, сейчас уже, сейчас 16, типа, вот. Я просто заебал. Остались только преданные. Мои сиськи — это наше дело с Кириллом. И правильно, это наше с тобой дело. Правильно все сказала. Подписывайтесь на Катю Фарафонову. Сиськи в эфир, пожалуйста. Короче, Майлз, нет, Майлза. Блять, чувак, ты не представляешь, как я хочу батл с Майлзом. Очень сильно хочу, потому что... ну, не знаю, типа, блять, на остальных... Не то, что желания нет, но типа... Может, лучше поднять разбудку? Кирилл, а сейчас задался вопрос, почему ты представился в начале батла Панчик про смешариков, но в тексте у тебя не было длинного смешарика? Ну, типа, у меня в заявке был Панчик охуенный про смешариков, его запомнили. Короче, Браги не рассматриваю в качестве оппонента, Майлза с удовольствием бы забатлил, но, опять же, я на 100% уверен, что я бы Майлза разъебал, потому что Майлз очень слабенький, и, в принципе, короче, ну, типа, это человек... с которым я вот с удовольствием бы забатлился. Потому что он пиздюк, типа, логично. Давай, заговори тогда громко. С кем у тебя был первый батл? Я не помню его имя. 1917, ну. Ты не боялся, что тебе пизды даст после батла? День там. Короче, на Версусе после батлов. Версус — нормальная батл-площадка. Там после батлов никто никому не дает пизды. Все идут бухать. Все просто идут бухать, серьезно, типа. Поэтому вот. То есть у нас нет такого, чтобы потом пиздиться? Да, конечно, нет, типа, блядь, все просто адекватные, нормальные чуваки, типа, даже из команды Смоки, никогда не думал, что я так скажу. Даже, блядь. Майлзу 18, он не мелкий. В смысле, мне тоже 18, но я же мелкий, типа, значит, и Майлз мелкий. Все, Майлз, блядь, разъебу Майлза, если будет батл. Нет, стоп. Только Димаста, да. Только Димаста, чувак, никто, как бы, больше такой хуйней не занимается. 19-17 после батла общался, ну, типа, мы перекинулись парой слов просто, ну, типа, он адекватный типок, и мне, как бы, ну, ему сказать особо нечего. 19-17 говорил, что ты таблетки перед батлом пил. Глицин я жрал, блядь, чтобы не волноваться, типа, и все. Типа, блядь, ну, потому что это был первый батл, типа, во-первых, а во-вторых, мне, ну, дали, как бы, 3 дня, я боялся очень текст забыть, вот, и мысленно его каждую секунду вспоминал. Поэтому, да, типа, меня ебошило от волнения, у меня с этим проблемы, я боюсь камер, блядь, публики, всей хуйни, короче. И, конечно, типа, я жрал глицинчик, чтобы мне стало полегче, вот. Бля, водка парламент. Чё, она кончается? Да, нужно будет за ней чокиться. Блядь, давай, чуть больше, хорош. Чё, подожди, теперь... есть? Есть, нихуя. Нет, он... Объясни панч про смешариков в заявке. Чувак, я это первый раз... Я это делаю первый и последний раз, типа, потому что меня уже заебали. Ну, ты пиздец. Как нахуй можно не понять эту хуйню? 19-17 говорил, что у тебя больше 3 дней было. 19-17, долбоёб. У меня было ровно 3 дня, потому что
блять, Саня Ресторатор нам сообщил о том, что мы друг с другом батлимся одновременно. То есть сначала он скинул ему оппонента, то есть меня, и через минуту, наверное, он скинул мне его. Поэтому мы готовились друг на друга, блять, ровно 3 дня, нахуй. Я не знаю, что он там пиздит, блять. Это все пиздеж. Панч про смешариков. Я говорил, думал, вышел ебальником, как из дома смешарик. Ну, типа, понятно, смешарик одно такое большое ебло. Типа, он по-любому выходит ебальником. Потому что он ходит ебальником, в принципе, типа. Поэтому, ну, такой вот панч, типа. Я понял панч про смешариков. Чувак, ты не то, что не единственный. Ты, типа, этот... Подержи, пожалуйста, я пойду пассу. Вот, ты можешь пока поговорить с пацанами. Давай, создаем ваш вопрос, потом передаем ему. Привет. Тебе говорит привет. Привет. Привет, кто говорит? Сука. Сука. Да. Привет, сука. Нихуя. Опа, да, я понял. Знаешь, типа, как комментатор на футбольном матче? Да, знаю. Ё-моё, ты Хуйкин. Разверни немножко. С нами бы пошел. Да не. Екатерина Сарафонтова, привет, привет. Хорошо поссать. Хорошо тебе поссать. Спасибо большое. Удобряй землю, давай. Водка, так сказать, выходит. Ладно, хуй с вами. Что там еще пишут? Ну, после «хорошо поссать» больше комментариев не было. А, ну да, это без комментариев. Ставьте лайки. Да не надо. Вот лайк поставили. Лайки. Видишь, тебе кто-то... Ставьте ему лайки, он любит, когда ему ставят лайки. Я мне похуй на лайки. Я не за хайп. Как жизнь, ребята? Хорошо, бухаем. Вон шашлык. Все, я вернулся, короче. У нас все хорошо. Заодно вопрос, еще раз. Ты как очень интересно. А, блин, подожди, я хуёво читаю, я бухой. Давайте будем говорить. Так как очень интересно, ты вывезешь Парагрина? Не знаю. Ему нравится другое. Я считаю Парагрина очень сильным оппонентом, в принципе, потому что он очень сильный оппонент. Бля, у меня есть охуенный тост. Подними. Смотри, давай выпьем за то, чтобы букинг-машина была лучшим букинг-агентством в России. Нет, давай не будем за это пить. Дай за здоровье еще раз. Дай за здоровье. Здоровье главное. Здоровье, пацаны, главное. Парагрина, не знаю, вывезу, не знаю. Блять, зависит от нас обоих, но я считаю его очень сильным оппонентом и вся хуйня. Бля, надо опять за водкой идти. Ох. Тут просто, блять, это процентное соотношение водки и колы. 50 на 50. 70 на 30 у меня. А, ну значит так. Ну, типа, мы последний долели. Дед тебя разъебет. Ну, бля, может быть, типа, окей, я не отрицаю, короче, типа, я не могу сказать, что я его вывезу, потому что я абсолютно не уверен в своих силах против него, вот, типа, если, допустим, Майлза, я бы выполоскал как хуя последнего, но, типа, Парагрина нет. Чья музыка? Да вон, видишь, там пятерка стоит. У вас раунды по минуте были? Я ничего не могу сказать, чувак, никаких спойлеров, я, ну, ты в смысле, сам все потом увидишь. Никаких спойлеров, как на «Жигулях». Real talk, блядь. Короче. На «Москве», может, ты хотел сказать? На всех, блядь. Когда внезапно речь зашла о российском автопроме. Короче, пацаны, ставьте лайки, если хотите панч. Очень... Блядь, ты в трансляции какие-то... Там есть... Смотри, давай. Сразу пошли. Больше лайков. Сейчас, собственно, списывайтесь. Ну, это же, блядь, никуда не скажу. Было. Ну чё, заберёшь ФБ-4? Или чё? Нахуй я смотрю, смешар. Чё? Заберу ФБ-4, окей. Но мне похуй, зачем ты меня смотришь. Чё тут шашлыки, смотрите, нормальная тема. А, ты гараж. Ребят, кстати, тучи расходятся. Ты гараж показываешь. Вот теперь шашлычки. Нормальные шашлыки, да? Вот такие вот. Ты бы там изи всех нагнул. Вот, смотри, мама может, туча расходится. Вы, по-моему, переоцениваете. Летая, разъебешь. Да в смысле, блядь, он со мной в команде, почему я должен его разъебывать? Летай охуенный типок, и я вообще, в принципе, не хочу с ним батлиться, потому что летай в моей команде, он мой братишка. И типа, ну... Короче, скидывайтесь, блять, пишите мне в ЛС, кто хочет скинуться мне на бутылку водки, я сейчас подвыпью и буду вам распёздывать всю интересную хуйню. Вот. Вообще, короче, смешарик как настроение. Охуенный, я же пьяный, блять. Напишите сообщение в чат, оно у тебя закрепится. И
Ага, напиши сообщение в чате, оно тебе закрепится. Помоги ему, он не сможет. Давай панч. Сначала деньги на сигер. Чувак. Блять, лайков кидаю слишком много. Ставьте лайки, ставьте лайки. Больше, нет, лай... больше не... лайков, нет, больше активности. Видишь, летят. Короче... Блять, а ты у кого плащ спиздил, блять? Я Сане потом все скину. Да чувак, конечно, не собираюсь ничего спойлерить, типа, мне похуй вообще. Типа, я понимаю масштабы конфиденциальности, поэтому... Никаких спойлеров, никому, ни человеку, ни одному. Лучшим друзьям, которые были со мной на батле, так и все. Она пришла, она пришла. У меня уже есть фанаты, ребята, налили воды из-под крана, пиздец, ёбнутый. Ну хоми пить воду с хлоркой, сука. Ну поэтому ты её пьёшь. Я хочу встать. Чего я пью? Воду. Ты налил, но ты её пьёшь. Отказывайся, я отказался. Панч для Ларина? Да нет, в смысле отмазывайся, чувак. Даже если бы мне скинули бабки на водку, я бы ничего не распиздел. Вот мы ублюдки. К нам в бар? Это куда? А это куда к вам в бар? Но у тебя есть определенная группа. А куда в бар? Какой бар вообще? Куда? Куда скидочку? Я хочу типа за скидочку в бар. Я из Владимира. Из Владимира. Лучше бы Ефа позвал, не знаю, сюда, лучше бы Ефа позвал. О, это молния была или что? С Союзом как? Это плохо? Нет, это неплохо, это прикольно. Это все охуенно, у меня все панчи нормальные, мне нравится. И идите нахуй. Бар БФБ в Москве. Я заскочу, окей. Если заскочу, я напишу, найду. Валидол Скват. Куда вообще делся призрак коммунизма? Ну типа, блять, не приехал, не получилось у пацана. В Калининград скидочка. А к тебе-то всегда скидочка в Калининград, типа это же конечно. Когда в следующий раз в Москву? В Москву? Чё? В Питер-то? А я не скажу, потому что меня смотрят люди. Да, окей, хорошо, в ЛС мне кидай инфу, типа, я этот текст писал, ну, на этот батл, типа, на последний, ну, в смысле, на первый, короче. Короче, на батл, который вы все видели, я текст писал день. Короче, один день я писал текст, и два дня я его учил. Ко мне в Латвию давай. Ну, давай в Латвию, типа, окей, зови там, если что, пиши. Если выиграешь шлян, то все магазины с алкашкой разбогатеют. Да. Вот такой пидорас. Да. Охуенно. Хочешь с нами фоточку? Да, я хочу с вами фоточку. Давай, стой, стой. Стой. Мы фоткаемся. Ну что еще скажете? Хуя себе. Смотри в камеру, блядь, пожалуйста. Давай быстрее в камеру смотрю. Давайте на счет три. Раз, два, три. Смотри, какая прическа. Раз, подожди. Раз, два, три. Сиськи. Отсутствую. В Латвию только через Калининград. Как общение с Окси вне батлов. Окси вне батлов охуенный тип. И типа все клево. Окси хорош. Смоки нехорош. Нет. Подожди, а Смоки выше Окси или наоборот? У него сколько раз? 1.70 м? Окси, по-моему, повыше будет, чем Смоки. Жень, ты же пятый класс, да? Чего? Ой, прости. Какая Женя? Ее же Настя зовут. Короче! Бам! Нахуй! Такие дела. А можно сегодня, пожалуйста? А можно выше? Кидайте мне бабки на сиге. Смотри. Вот это, смотри, берешь, открываешь, и тут... Ебать, собрание! Желтое, зеленое. Зеленое, давай. Разверни. Спасибо большое. Инстаграм свой говори. У меня нет своего инстаграма. Я нормальный человек, сука. Тебе надо зажигалка? Когда фоточку с Окси ждать? Очень-очень скоро. Вы не представляете.
Он сказал не конем, он сказал ход ферзем. Когда Окси меня взял, он сказал ход ферзем. Блядь, это же я тебя видел. Максон, я нихуя не зазвездился. Это типа все прикольно, но нет. С кем я раньше общался, охуенно, с теми я и общаюсь. Поэтому ничего не поменялось. Кать, я тебе сейчас скину номер карты. Но, к сожалению, сиськи ты туда не скинешь. Но я постараюсь. Пам-пам-пам. Нет, я не зазвездился. Все, заебись. И с тобой. Микси говорил, что после Версуса гречка вкуснее стала... У тебя чё как? Ебать. Не знаю. Ты никогда не увидишь мои сиськи. Никогда. Никогда. Максон, я бы пригнал с радостью, типа, но пока у меня времени нету. Но типа, если что, зовите, называйте дату, и я, в принципе, могу прекратить. Вот у меня есть такая идея, пошли, конечно, алкоголь, потому что алкоголь закончился. Реально, вот пивка хотя бы надо купить. Так, ребятки. Ставьте лайк, если мы должны сгореть за алкоголь. Есть девушка. Напишите плюс в комментариях, если нужно пиво. Ебаться, я, короче, я ведь хорошая девочка, у меня только 15 лет. Ты хорошая, ты наладалась на губ, подожди, блядь. Лишаться девственности, я буду только 18 лет, блядь. Она пиздоболка, она уже не девственница. Ты чё? Нет, я девственница, нахуй. Плюс чат, если ебал её. Сегодня проверим. Спокойно, короче. Спокойно. Да не смешно. Ну все. Не смешно. Давай пять, если ты закончил. Что, что думаешь о 140 BPM кап? Я думаю, секунду. Не волнуйся, ты сами воды, которые я не как бывает. Всех смоки мощных выебал, а ёпта. Короче. Я тебя фанат смоки мо смотрю.